Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Давно известно, что кожура овощей и фруктов содержит большое количество витаминов и полезных веществ. К примеру, в шелухе лука и кожуре картофеля полно таких полезных веществ, как кальций, марганец, хром, селен, железо, калий. Также содержат пищевые волокна, фруктозу и витамин С. Зимой я накапливаю это драгоценное удобрение и стараюсь заготовить как можно больше. И сделать это несложно. Итак, как делаю я? Кожуру от картофеля, моркови, бананов, киви, цитрусовых, лука, граната я сушу на батарее и после сушки измельчаю в кофемолке и сразу же ссыпаю в стеклянные банки. В таком виде это натуральное удобрение может храниться годами и не портится, если, конечно, влажность воздуха не будет слишком высокой. Вы удивитесь, но это очень мощное натуральное удобрение, и оно подходит для всех растений. К примеру, при составлении почвосмеси для рассады я добавляю 1 чайную ложку такой смеси на 1 кг земли. Также при высадке рассады добавлять по 1 столовой ложечке в лунку. Рассада быстрее укореняется и будет питаться от медленно перепревающих кожурок. Также можно делать питательные настои для подкормки домашних растений. 1 столовая ложка смеси на 2 литра воды и настаиваем 3 дня. Затем просеживаем и поливаем растения под корень. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!